Друзья, всем привет! Вы на канале The Wellness Channel. Приветствую вас, тренер Аня. Сегодня финальная тренировка. Наш челлендж предновогодний «Создай себе новое тело» подходит к концу. Все символично, все не столь однозначно. Вы можете начать свое новое тело делать после Нового года. Смотрите с самого начала весь курс и желаю вам успехов. Завершающей тренировкой я выбрала такой комплекс, такую практику, которая носит красивое название «Око возрождения». Опять же, символично. Конец года. Надо возрождаться, надо расти, надо стремиться к чему-то. Неважно, сколько вам лет. Мы молоды всегда. Это омолаживающая практика тибетских лам. Я ее знаю давно. Ну, так как я молодая, это видно по энергии, если меня подсоединить к какой-то маленькой электростанции, то я могу подпитывать энергией еще неплохо. Ну, от шуток к делу. Это серьезно. Это то, что вам поможет сохранить ваше спокойствие, вашу осознанность, сбалансирует ваше тело. Опять включаюсь. Разговоры. Давайте по существу. Итак, я ее планирую уже делать каждое утро. Планирую. Я ее знаю уже очень давно, но как-то она ушла с поля зрения. Тут опять было вдохновение, и я решила ее опять использовать. Итак, первое упражнение. Мы раскрываем ручки ладонями вниз и начинаем вращаться через правое плечо по часовой стрелочке. Я буду вращаться еще на полупальцах. Мне так приятнее. Я люблю танцевать, и для меня полупальцы это привычнее. И да, выполнять надо нечетное количество раз. Начинайте хоть с 3 раз, каждое упражнение делайте. 5-7 и так далее. Я буду делать максимальное, но не более 21. Я буду делать 21 раз каждого упражнения. Ну, я же молодая, сильная и энергия. Дай Бог. Поехали. Вращаемся через правое плечо. Вращаться буду 10. Вестибулярный аппарат у меня 9. Нет, 12. Нет, 11. Хорошо, 11. Хорошая цифра. Ну, более-менее. Через правое плечо. В сумме 2. Энергия. Хорошо. Поехали. Смотрим в одну точку. Я мысленно считаю. Очень хорошо. Пока у нас мир вращается, естественно, вокруг нас. Мир всегда вращается вокруг нас, а земля вокруг солнца. Мы ложимся на коврик. Мне как-то на тренинге что-то мне тоже попросили. Там был с вращением, а потом куда-то пройти. Как-то они оценивали по этому твою систему, насколько ты молод телом. Отлично. И теперь мы выполняем такое упражнение. Ложимся и, поднимая на выдохе голову, прижимая подбородок, одновременно поднимаем ноги вертикально. 21 раз, я считаю. И следим за дыханием. Медленно.
выдох. После каждого упражнения желательно немножко полежать. Ну, как понимаете, немножко отдохнуть. Несколько секунд буквально. Третье упражнение. Становимся на колени. Упираемся руками в поясницу. И будем также делать вдох, раскрывать грудную клетку. Не прогибаться в пояснице, в спине. А делать раскрытие максимально грудного отдела. И на выдохе прижимать подбородок. Поехали. Дальше. Это третье, четвертое упражнение. Теперь садимся с прямой спиной, руки вдоль тела, ладони под плечами. И будем толкать себя на выдохе вверх, поднимать, стараясь повыше поднять таз, чтобы у вас корпус и бедра были на одной линии. Как можно выше, да? И дышим. На выдохе вверх. На вдохе возвращаемся в исходное положение. И можно также прижимать голову. Поехали. Руки под плечами, ложимся и делаем вдох, прогибаемся в пояснице, вытягиваем, запрокидываем голову назад, вытягиваем шею, вдох, на выдохе, при этом пятки уже стоят у нас на носках, на выдохе толкаем себя назад.
Вот такая практика. Можно после нее помедитировать немножко. Представлю, что вы солнце. Вы всех согреваете, всем дарите радость, тепло, улыбку в конце концов. И умиротворяемся, настраиваемся на все позитивное в этом году. Традиционно пусть все плохое уходит, приходит новое, доброе, счастливое, то, чего вы заслужили. Верьте в себя, никогда не останавливайтесь. Идите к своей цели. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, мирного неба и огромного счастья. С вами Виталия Михайловна. Встретимся на канале Виталия Чена в следующем году.